Камень на Оби едва не остался без крещенской купели. На сайте местной газеты появилась информация, что местный священник отказывается освящать ледяную прорубь. К такому решению батюшку вынудили толпы пьяных купающихся и их непристойное поведение. Сегодня в районной администрации прошло экстренное совещание, на котором власти буквально уговаривали священника Николая Гордиенко поменять решение. Батюшка настаивал, что к проруби приходит немало нетрезвых людей, но в итоге пошел навстречу общественности. У меня была информация о том, что такие факты имеют место быть, но они, ну, в принципе, возможны не в нашем районе. Но когда мне факты предъявили, то, конечно же, я вошла в это положение, но тем не менее комиссия, все убеждали, люди звонят, все переживают и беспокоятся, все-таки больше порядочных людей, чем вот не совсем. Каменская купель на Оби, о которой идет речь, единственная официальная в городе. Осветят ее в 10 утра 19 января. Кроме того, батюшка благословил и проведение на реке крестного хода, который он хотел отменить все по той же причине. Как пояснили в администрации, в этом году особое внимание власти уделяют не только безопасности купающихся, но и соблюдению порядка. В частности, бригады полиции начнут дежурить с ночи на крещение и пробудут на льду больше суток. Нетрезвых горожан в купель пускать не будут. Thank you.